8 марта, распаковочку сделаем для Владимира. Ханты-Мансийский автономный округ, населенный пункт Березово. Вскрывать будем и проверять Evolution Nomad версия 3.0, белая нитка. Вот. У нас версия 3.0 замша на данный момент установлена в тест-зоне. Можно замшу пощупать руками. Конечно же, версия 3.0 отличается от версии Pro. Вот они как раз. Не смотрите, что это ткань. То есть представим, что это замша и это замша. Только это версия Pro, а это версия 3.0. Тоже самая такая крайняя версия. Значит, ну, первое отличие — это, соответственно, подлокотники. Здесь 4D. Здесь 4D+. Без ложного срабатывания. Любое движение только с кнопочки. Nomad. Без надписи Pro. Nomad с надписью Pro. Такая же надпись имеется у нас на спинке. Вот она. Соответственно, в версии 3 нету надписи. Пластик. Вот, не упал. Измененный. Вот такие декоративные накладочки у версии Pro. У версии 3.0 пластик, ну, стандартный. Как у предыдущих версий Nomad. Угол наклона закаленный, здесь такой же угол наклона закаленный. Ну и по мультиблокам, здесь мультиблок у версии Pro, такой легендарный SP0207 от Dextracer. Здесь мультиблок тоже хороший, никаких проблем вроде как мы на него не встречали, никаких жалоб не было. Ну, не от Dextracer, скажем так. Ну, в принципе, вот все различия. Размеры, плотность пены, все одинаковые. Подушечки все с эффектом памяти. Так, значит, самое главное правило — это взаимодействие с механизмом. Поднимаем рычаг вверх без каких-то хрустов. Подняли рычаг, потом только надавили спиной на спинку. Это очень важно. Все, вскрываемся. Коробка 28 килограмм весит. Отправляем компании СДЭК. Всегда указываем не домашний адрес, а адрес пункта выдачи СДЭК, ближайший к вашему жилищу адресу, ну или где удобно вам забирать это кресло. Так, инструкция, гарантия 12 месяцев, наша печать хранить. Надписи Pro нету. Можно наблюдать пакет в таких вот пятнах. Не знаю, конечно, что это. Но надо делать вот так. И почему так происходит? Почему пакет в пыли какой-то дорожный? Ну, теперь чистенько. Ну, теперь можно посмотреть всю строчку, что она вся целая. Никаких пропусков нету. Все сшито. Никаких дефектов нету. Дырок, мякин, пучков. Ну, так ничего не торчит. Так. Подушечки с эффектом памяти. Ключики, болтики. Пятилучие алюминиевое. Такое положено. Литье. Так, подлокотники 4D. Смотрите. Уже все цепенько. Пластик тоже целенький. Хорошо. Вот, в принципе все можно делать, можно производить оплату. Тут я еще окончательно его осмотрю и начну процесс упаковки, транспортировки. Отгрузку сделаем завтра.